свое первое изобретение. Ривер-батончик. Честер Ви как будто говорил прямо со мной на языке высокой науки. А теперь наука. Ривер-батончик размер XL на тянучих кристаллах. Кто так сделал однажды, тот уже нет. Ушли в стороночку и оставили в кадре самое главное. Не бывает мелочей науки. Бывает наука и прочие мелочи. Кстати говоря, о прочей мелочи. Скажи всем пока, Марк. Ты у мама. Ты у мама. Что? Сложи музыку, сложи портфель. Сейчас. Только да сниму это. Сколько это еще будет длиться? Блин, еще мало. Я это потом выложу в Ютуб. Да. Еще один. Но